Ты, мужик. Где? Нельзя. Парни, все дело в степи. Чем раньше, тем целее будет. Я немного подожду. Можно передохнуть, парень. Ну что, подождем еще для гарантии. Отбой. Замер пошел. Ты куда делся? Давай, прикрывай нас. Можно передохнуть маленько. Уровень альфа, бета и гамма излучения замерен. Электромагнитное поле сканируется. А ты прикрываешь или как? Давайте закончим, тем целее будет. Замер пошел. Уровень альфа, бета и гамма излучения замерен. Электромагнитное поле сканируется. Сканирование электромагнитного поля закончено. Акустические данные зафиксированы по двум диапазонам. Акустические данные по всем диапазонам получены. Твою же мать! Ты где?
Еще чуть-чуть. С измерением торсионного поля почти все. Планирование торсионного поля закончено. Так, с работой здесь все. Пора выбираться. Хоть к чертовой бабушке, но выбираться. Привет. Парни, не расслабляемся. Тихо, еще немного подождем. Всем спасибо, все свободны. Парни, не расслабляемся. Куда делся? Подождем еще, парни. Чем раньше закончим, тем целее будем. Можно передохнуть маленько. Парни, не расслабляемся. Все, мужики, отбой. Замер пошел. Уровень альфа, бета и гамма излучения замерен. Электромагнитное поле сканируется. Твою ж мать, ты где? Тихо, еще немного подождем. Всем спасибо, все свободны. Что, подождем еще? Для гарантии. Сканирование электромагнитного поля закончено. Акустические данные зафиксированы по двум диапазонам. Акустические данные по всем диапазонам получены.
Мать, ты прикрываешь или как? Подождем еще. Для гарантии. Еще чуть-чуть. С измерением торсионного поля почти все. Можно еще ниже. Давай, прикрывай нас! Они в Германии там слушают, как это закрыто! Так, сразу здесь и все. Пора выбираться. Хоть чуть-чуть пойдем. Кошки, ну выбираться. Чуваки, спокойно. Ждем врага. Слушай, не друзья, а? Вон главный, значит, оба как Если нужно что, спрашивай у главного. Рано расслабляться. Привет, Ждем. Ну, привет. А, подходите. Что? Удачи тебе!
Давай волыну, чё. Слушай, не грузи, а? Вон главный стоит, его и спрашивай. Я не снимаю. Выход. Всю помощь. Айфата почти.
пойди. Каждый раз возвращаешься на одно и то же место. Он этот чертов. И выгнать невозможно. Чебур... Он исчез и с концами. Странно. Может, нашел выход? Шестой день, вода вышла вся. А полковник свихнулся. Двоих расстрелял и себе пулю в лоб. Я теперь один. Один внутри этой долбанной аномалии. Дернуло же меня устроить обрыв связи со штабом. Могли бы забрать, а? Да, еще рыбалка. Не было бы. Здравствуй, Сталк. Что расскажешь хорошего? На нашем судне оружием не мажут. Будь добр, спрячь пушку. Ну, удачи тебе. Да чё ты то...
Давай, давай, не задерживайся. Ну, откатывай, я весь внимание. Что скажешь? Ну, рассказывай, я весь внимание.
В общем, выкладывай. Что скажешь, брат? А, давай! Здорово. Время дорого. Рассказывай. Да-да, я слушаю. Нового человека в нашем бункере. Ну, привет. Привет, брат.
сука! Ты волыны не свети, нехрен! Достало тут уже все. И понты еще эти фраерские. Мы типа сталкеры. Здравствуй. Пока. Здравствуйте, здравствуйте. Привет, это я, Азот. Насчет модуля памяти. Он уже готов. Можешь забирать.
Аюшки! Пай! Время дорого. Рассказывай. Чего расскажешь хорошего? Пусти, опусти.
нужно передохнуть маленько.
проснулась бы, кстати. Ну рассказывай, я весь внимание. Эх, не тот уже хабар пошел. Не тот. Что скажешь, брат? Неужто завязывать пора? Ну, здорово. Здравствуй. Слушаю тебя. Попасть на сухогруз, прячь оружие. Здравствуй. Попутного ветра. Ну, здорово. Внимание, анекдот. Ну, в общем, зона, лес, поляна. На пороге старой сторожки сидит кровосос. Тут из дома выбегает маленький кровососик и к папе тормошит его. Пап, покажи сталкеров. Пап, ну покажи сталкеров. На каждой руке по черепу. И начинает, как в кукольном театре. Левый череп так тонко. Семен, слушай, как думаешь, тут кровососы есть? Да что ты топчешься, если... Молодец. Это как бы точно никуда не скроешься. Что на роду написано, так оно и будет. Один сталкер у другого спрашивает. А знаешь, какая машина самая сталкерская? Я тут вспомнил его. Че тут какая? Все просто. Надежная, как танк. Багажник спереди. За хабаром удобно присматриваешься. Сапожищи хреновые подсунули. Что у них совести совсем нет у этих. За неделю подошли к оплойку. Ты мне за хабаром сегодня плестись. Внимание!
вчера